Всем привет, с вами Савельева Аня, и в этом видео я расскажу вам о том, какими фразами можно заменить слово sorry. Ну, во-первых, нужно разобраться, когда нам можно использовать слово sorry на самом деле. Очень часто люди используют его не совсем уместно. Sorry мы используем, когда мы сделали гадость. То есть вы кому-то наступили на ногу и говорите I'm sorry или просто sorry. Часто эту фразу путают с excuse me, которую мы используем до того, как мы сделали гадость. Поэтому, когда вы только собираетесь кому-то наступить на ногу или кого-то побеспокоить, тогда вы говорите excuse me, а когда вы это уже сделали, тогда мы говорим I'm sorry. Все остальные фразы, которые мы можем использовать вместо I'm sorry, будут делиться на те, где мы признаем свою вину, и на те, где мы просим нас простить. Как мы можем признать вину? Для этого может быть достаточно короткой фразы my bad, что значит «Ой, это я виноват» или it's my fault. Также вы можете сказать it's my fault that и дальше что-то там произошло, что будет значить «Я виноват в том, что то-то и то-то случилось». Например, it's my fault that we're late. Это я виноват, что мы опоздали. Либо, если вы напортачили, вы можете просто сказать oops, I messed up here или I messed up. Если вы хотите сказать то же самое, но использовать более формальный язык, вы можете сказать I regret doing something. Мне жаль, что я что-то сделал. Либо вы можете сказать I deeply regret doing something. Я очень сожалею, я глубоко сожалею, что я что-то там сделал. Точно так же, как мы говорили it's my fault that we're late, вы можете сказать I deeply regret coming late. Я глубоко сожалею о том, что я пришел поздно. Или опоздал. Также для того, чтобы извиниться, вы можете использовать различные вариации фраз со словом apologize. Просто сказать I apologize, я извиняюсь, либо I apologize for и дальше использовать глагол с ing, когда вы что-то там сделали не так. Например, I apologize for coming late. Я извиняюсь за то, что опоздал. Либо вы можете использовать существительное от глагола apologize. Оно будет звучать как apologies, извинения. Их вы просите кого-то принять. Accept my sincere apologies. Или просто accept my apologies. Помимо того, что мы можем признать свою вину в чем-то и извиниться, мы также можем с вами попросить кого-то простить нас. Для этого мы будем использовать глагол forgive. Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. Либо вы можете опять же уточнить, за что вы хотите, чтобы вас простили, и скажете forgive me my и глагол с ing. Например, forgive me my coming late. Также мы можем использовать со словом forgive me и модальный глагол, чтобы добавить к этому больше драмы и сказать can you forgive me? Ты сможешь меня простить? Либо I hope you can forgive me. Я надеюсь, что ты сможешь меня простить. Суть одна и та же. Везде мы с вами извиняемся. Так что теперь, если вы сделаете что-то не так, кого-нибудь обидите, заденете чьи-то чувства, вы можете извиниться не только используя фразу I'm sorry. У вас есть множество новых фраз, которые можно выучить и смело использовать в речи. А также не забывайте ставить лайки этому видео, писать комментарии и подписываться на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о следующих видео. Всем пока!